Всем привет, друзья! В эфире канал «Парни из камня». И сегодня мы на мгновение перенесемся назад в прошлое. Союз нерушимый, вспомни свободы. И сегодня мы будем с вами штукатурить маленькое окошечко в ванной комнате. Мы все, естественно, знаем, как оно выглядит. Примерно представляем, для чего оно создано. Но зачем его оставлять сейчас? Да бросьте, надо штукатурить, так надо. Сказано, сделано. И вот перед нами то самое окно, которое заказчики решили оставить. Но, естественно, не в таком виде, а мы отштукатурим откосы под прямым углом. И получится у нас красивый ровный прямоугольник. Мы будем использовать профиль 60x27, так как у него широкий бор. Теперь минимальная толщина штукатурки полсантиметра. Поэтому беру рулетку и отмечаем так, чтобы у нас кончик был на полсантиметра дальше, чем наш откос. И отмечаем 6 сантиметров. После чего берем уровень и чертим вертикальную линию. Также делаем с другой стороны. По такому же принципу делаем линии горизонтальные. Можно воспользоваться уровнем, а можно угольником. Проверяем угольником, чтобы получились прямые углы. Как видите, у нас получилось. И проверьте, на всякий случай, рулеткой. Расстояние должно быть одинаковое. Отлично. Переходим к следующему этапу. Теперь крепим профиля с помощью перфоратора и дебель-гвоздей. Ставим по нашим объектам и крепим. Теперь ставим угольник и прижимаем его плотно к профилю и к углу. А с этой стороны, где я стою, отмечаю рулеткой по угольнику 6 сантиметров внизу и вверху. У нас есть две отметки. Точно таким же образом по кругу отмечаем и по отметкам набиваем точно такие же профиля. Тем самым у нас получится как бы опалубка. После чего будем штукатурить. Профиля стоят, теперь осталось лишь забить раствором и стянуть по ним. Поехали!
После того, как вы все это дело протянули, через некоторое время, когда раствор начнет подсыхать, обязательно протяните еще раз, потому что он плывет и дает наплывы. На этом все. С вами были парни из камня. Делайте своими руками. Делайте хорошо. Пока. Мы будем использовать органы. Ну, это проще. Ну, что там, Максим Олегович? Варданян Рузанну Жарбиеву. Тебе пишет? А кто Варданян? Хозяйка квартиры. Жанна как? Мы связались сейчас с армянами опять. Слушай, раньше всегда армяне русским строили. А теперь наоборот. По-моему, мы падаем вниз. Ну, здесь ни одного русского, если честно. Ну, давайте уже не будем заострять внимание на мелочах. Хохол, еврей, этнический армянин. Все. Ну, потому что споем «Союз нерушимых». Мы уже пели. Не хочу уже петь. А где? Мы пели, как снять старые пластиковые. Ой, ну, я думаю, мы пели, когда пили. Когда пили, мы уже не пели. Ближе, Ростовская ближе слоники. К центру. Слоники. Кто здесь? Давай, Слива. Ну, что скажешь, пока, Вова. Ну, вот смотри. Ой, я начинаю. Ну, ну-ка, веди. Веди. Оп. 10 сантиметров. Оп. Не, верхний уже не видно. Здравствуйте, дорогие телезрители. Говорит и показывает Волгоград.